Здравствуйте, дорогие друзья! На этом небольшом уроке мы с вами поговорим немного о подготовке картинок в Photoshop для динамического коллажирования в Photoshop Producer и построения движений подготовленных элементов. Делать это мы будем на примере двух слайдов из презентации Галины на нашем форуме. Мы там разговаривали по поводу некоторых моментов в движении, которые было бы желательно для этих слайдов сделать. Выглядеть будет в конечном итоге вот так. Месяц раскачивается, и звездочка в разные стороны, и облака у нас немножко плывут. И три воздушных шарика с фотографиями тоже слегка раскачиваются, вместе со шнурочками, которые раскачиваются по-другому. То есть видно, что это отдельные элементы. Значит, в Photoshop заходим. Я стараюсь использовать имеющийся материал, клипарты, на прозрачном фоне, чтобы упростить себе задачу и не тратить слишком много времени. Для полумесяца у нас была вот такая картинка на прозрачном фоне. Черный фон снизу для того, чтобы было лучше видно. Звездочки эти я убрал и немного увеличил здесь для до правильного круга вырез внутри. И отразил по горизонтали. Вот такая картинка получилась в итоге. Сверху бантик. Ну, его можно нарисовать тут запросто. Я его скопировал с другого клипарта, поставил. Далее сюда надо добавить еще звездочку на шнурочке отдельно. Вот она. Звездочка сделана с помощью формы. Можно было скопировать с клипарта, но с помощью формы тоже несложно сделать. Вот с помощью вот этого инструмента. Нажимаете этот инструмент, выбираете в формах, ищите звездочку и далее заливаете ее цветом, нужным цветом. Снизу у меня еще был дубликат. Черно-белая получилась такая звездочка. Шнурочек делается с помощью кисти. 2-3 пикселя с зажатой клавишей Shift проводится прямая линия. Делается это дело все, соответственно, на отдельном слое, чтобы нам потом получить отдельные картинки. И когда все это дело подготовлено, ну плюс еще маска. Маска делается тоже с помощью кисти. Размер подбирается под вырез. Выбирается кисть подходящая, ну, можно показать. 515 размер. Выбирается подходящая кисть. Делается белым цветом отпечаток. Но там у меня стоит другой цвет, бог с ним. И плюс еще края можно растушевать. Я делаю это вот таким простым способом. Делаю выделение. Далее выделение. Модификации ставим растушевку. Скажем, 5 пикселей. И с помощью ластика проводим по контуру. Вероятно, есть и другие способы. Я в Photoshop небольшой мастер, но делаю так, как могу. В итоге получаете форму маски, которую мы будем использовать для фотографии. У нас получилось три слоя, которые мы будем использовать в нашем уроке. Убираем фон и сохраняем отдельно каждый слой в отдельном файле. В итоге мы получим три файла, которые будут расположены в презентации вот таким образом. Если мы будем делать дубликаты, то никаких дополнительных настроек по
позициям нам делать не нужно. Это намного упрощает работу, прошел продюсер. То же самое для воздушных шариков. Также находите клипарт. У меня подходящего не было на прозрачном фоне, я вырезал белый цвет. И вот такие картиночки поставил в одном PSD файле, который имеет размер 471 на 1032. Одинаковый размер будет потом для всех элементов этого коллажа в нашей презентации. Также не потребуется каких-то дополнительных позиционирований для этих элементов, что намного упрощает делать дубликаты без каких-либо дополнительных действий, которые настроены по каким-то параметрам. Значит, вот такая картиночка была в начале. Делается дубликат этой картинки. Затем на одном слое вырезается шнурочек. Получается только один шар. А на другом слое дубликате вырезается шарик и остается только шнурочек. Вот два разных элемента, которые в общей сложности вот такую картинку будут нам потом прошел продюсеры представлять. Все это сделано для всех трех шариков. Они расположены один над другим. И в этом случае, когда все совпадает по расположению, можно делать маску одну на все три шарика. Ее расположение будет вот в таком месте. Делается маска с помощью кисти с размытыми краями. Просто выводите здесь нужное пространство, закрашиваете белым цветом и затем сохраняете этот слой, так же как и шарики с шнурочками, в отдельный файл. Можно сохранить на прозрачном фоне, можно на черно-белом, разницы нет. Прошел продюсер, у нас есть возможность в четырех вариантах настраивать маски: на прозрачном, инвертированную, черно-белый градиент и инвертированную. Сохранили маски, маску, шарики, шнурочки. В итоге получилось 7 картинок, которые привязаны все в одном размере. И также упрощает нам работу прошел продюсер при создании дубликатов, когда уже не требуется дополнительных подгонок для синхронного движения слоев. После того, как все эти вещи подготовлены, вот здесь еще по облакам можно коротко. Также выбираете форму облака. Далее заливка пикселов, значок должен стоять. Цвет подбираете для облака, какой вам нужен. Поставим новый слой и нарисуем наше облачко. Но это облачко должно было быть там с полумесяца, но я здесь покажу. Нарисовали облачко. Можно его еще как-то дополнительно оформить, скажем, залить градиентом. Вместо цвета залить градиентом. Для этого нужно сделать выделение. Выбрать заливку градиент, инструмент, соответствующий градиент настроить. Здесь можно цвета менять. И затем просто проводим в каком-либо направлении, как вам больше нравится, и получаем заливку вот таким градиентом. Потом можно сделать дубликат слоя и, скажем, увеличить в
Так, чтобы пропал. Увеличить масштаб. Увеличили немного масштаб. Можно изменить заливку в этом дубликате. Выделение забыл сделать. Надо сначала выделить. Теперь у нас тут градиент заливка, поэтому выделяем снаружи и инвертируем. Получили выделение и делаем заливку немножко по-другому. Отменяем выделение. И можно еще подкорректировать положение. То есть тут можно как достаточно просто создавать какие-то простые картиночки с помощью форм. Это облако используется там, где у нас раскачивается полумесяц. После того, как мы подготовили наши картинки в фотошопе, занимаемся построением коллажа. Откроем новый слайд. Вначале идет у нас полумесяц. Устанавливаем масштаб. С полумесяцем у нас достаточно все просто. Там 100% масштаба не увеличивается, 90% остается постоянный масштаб. Только небольшое раскачивание с помощью модификатора вращения. Ставим модификатор на вращение. Выбираем синусоиду с небольшой частотой 0,25, ну и 5,4. Ага. Центр вращения еще не настроили. Поставим 6. Центр вращения ставим в точку, там где у нас вот этот бантик сверху находится. Желательно сделать в увеличенном масштабе. Значит, по X смещаем чуть влево. Нет, вправо, по-моему, было единица. А по Y минус 43,5, насколько я помню. Я все-таки минус единица. Вот поставили центр вращения там, где у нас бантик находится. И вот это значение минус 1 по x и минус 43,5 по y. Это будет общий центр вращения как для маски, так и для звездочки. То есть для всех трех картинок. Нам просто нужно будет делать потом дубликаты. Уменьшаем размер нашего окна. Вращение по модификатору мы уже настроили. Скопируем центры вращения. Последний ключевой кадр. И вот такое вращение у нас получилось. Ну, там я еще добавил постоянное значение единицы, чтобы сместить немного в одну сторону. Все. Теперь нужно только создать дубликаты для нашей звездочки на шнурочке. Ищем звездочку, заменяем слой. Теперь они одинаково раскачиваются, как одна картинка. Нам этого не нужно, поэтому в модификаторах мы немножко меняем значение. Мы ставим зависимость от вращения
первого слоя и уменьшаем здесь на 0,5 и противоположную сторону минус 0,5. Теперь у нас уже видно, что раскачивание идет отдельно от двух элементов, звездочка и полумесяц, в разные стороны с разной амплитудой. Делаем еще один дубликат для маски. Маску сделаем дубликат опять с нашего месяца. Перемещаем вниз и заменяем картинку маской. Так, заменяем, это значит сверху накладываем. Смотрим, что у нас в итоге. В итоге все синхронно вращается. Теперь под эту маску нам надо поставить фотографию. Фотография должна быть кадрирована под квадрат, один к одному. И в этом случае никаких сюрпризов нас ожидать не будет, если мы будем менять фотографию одна на другую. Кадрировать желательно так, чтобы лицо попадало где-то вот в эту область, где у нас маска расположена. Значит, добавляем квадратное фото. Здесь уже без дубликатов. Масштаб устанавливаем 70%, чуть больше, чем круг. Далее ставим позицию. И нужно поставить центр вращения, чтобы он совпадал с центром вращения наших элементов. Вот в этой точке. Это делать нужно опять-таки в увеличенном окне. По X смещаем чуть вправо, по Y вверх. Но это подгонка, тут нужно время для этого дела. Смотрим, где у нас находится центр вращения в других фотографиях. Еще чуть повыше. Я сделаю здесь примерно, чтобы не тратить много времени. Достаточно. И копируем последний ключевой кадр. Уменьшаем наше окно. Теперь нужно привязать вращение для нашей фотографии, нашей маски, к третьему слою. Ставим модификатор в зависимости от вращения третьего слоя. Вот синхронно идет у нас вращение. Осталось только поставить, назначить маской слой. И в итоге мы получаем то, что нужно. Для облаков у нас тоже небольшое движение настраивается. Добавляется слой облака. Так она у нас сверху будет. Ставится масштаб. Ну, 25. Пусть будет. Или 20.
Копируем последний ключевой кадр и зададим движение. Можно с помощью ключевых кадров, можно с помощью модификатора. Здесь большой разницы нет. Поставим. С помощью ключевых кадров продублируем. Уменьшим масштаб. Еще одна бочка будет у нас вот здесь. В итоге вот такое движение. Синхронное вращение полумесяца с фотографией звездочкой. И движение облаков. Второй слайд. Это наши шарики. Берем один шарик. И настраиваем для него для начала центр вращения. Центр вращения должен быть вот в этом месте, где у нас веревочка стоит. Если мы поставим веревочку сразу, то легче будет подогнать центр вращения. Здесь я не буду делать большое окно, сразу можно здесь поставить. По X надо сместить чуть влево. И по Y чуть вниз. Примерно. Копируем второй ключевой кадр. И получили значение для центра вращения для всех наших картинок, шариков и шнурочков. Значит, и также для маски, которая потом будет добавлена. Теперь нам надо заменить шнурочек шариком. Удалить. Настроили. Первым ключевым кадре смещаем вниз, скажем вот так, позиция по x 0, y пусть будет 80. Второй ключевой кадр оставим по нулям, вот как есть, пусть будет так. Вот такое движение. Далее настраиваем вращение, слегка раскачивание. Тоже выбираем синусную волну, небольшую частоту и амплитуду. Здесь можно смотреть, кому как нравится. Еще можно уменьшить. Ну, пусть будет так. В итоге мы настроили для шарика вот такое движение, он поднимается, слегка раскачиваясь, с точки вращения, там, где у него шнурочек привязан. Все, теперь нужно создавать дубликаты для других шариков и шнурочков. Создадим дубликат. Ставим сюда шнурочек. Для шнурочек надо поменять. А здесь у нас зависимости не будет, мы будем делать самостоятельно. Скажем, тут можно менять и частоту, и можно менять раскачивание. Поставим в противоположную сторону. В итоге видно, что и шарик, и шнурочек, они друг от друга отдельные. Тоже оба элемента раскачиваются. Далее дублируем все эти слои еще раз. Также и шнурочек. Заменяем на другой цвет.
Так, шнурочек где у нас? Сделаем вот так, чтобы они рядом были. И выше поднимем. Теперь надо сменить позиции по X. Сместить влево, скажем, минус 30 пусть будет. То же самое во втором ключевом кадре. И для шарика. Минус 30 и в первом минус 30. Ну, по Y можно, скажем, немножко опустить. Вот так. Единственное, что надо еще поменять, они у нас раскачиваются одинаково. Тоже не очень симпатично. Тут надо менять, скажем, частоту поставим 0,2, направление, и можно уменьшить амплитуду, уменьшить или увеличить амплитуду, в другую сторону будет раскачиваться. Совпало сейчас со шнурочком. Шнурочка тоже поменяем. Вот так. Еще раз дублируем. Шнурочек дублируем. Поднимем его вверх. Заменим на другой цвет, зеленый. Позицию в плюс с другой стороны. Для шнурочка и для шарика. Далее опять меняем немного модификатор. Чтобы все было по-разному. И то же самое для шнурочка. Как он у нас там, кстати, двигается. Да, у нас нормально двигается, подходит. Оставим. Вот такое получилось у нас раскачивание. Далее нам надо поставить еще маску для фотографий и добавить фотографии. Для красного шарика создаем дубликат. На дубликат ставим маску. Далее ставим фотографию. Так, стоп. Ну да. Ставим фотографию под маску. Устанавливаем масштаб 50. Да, 50%. Теперь надо подогнать центр вращения нашей фотографии с центром вращения нашей маски. Для этого
Установим нашу фотографию. Примерно так, как она должна быть на шарике. Если опустить пониже, будет лучше видно. Вот таким образом. И подгоняем центр вращения. Лучше это делать в большом окне. Вот под эту точку здесь, где у нас центр вращения у шарика. Значит, по X чуть влево, по-моему, надо подвинуть. И по Y ниже края, это будет 55, 58, ну, примерно так. Копируем центр вращения. Первый ключевой кадр и ставим позицию 0. Далее поднимаем фотографию чуть повыше. Сейчас уменьшим размер окна. Фотографию поднимаем над шариком под нашу маску. Позиция X, Y, 0. Центр вращения мы сейчас только что скорректировали. Теперь надо привязать движение нашей фотографии с маской по X. Маска — это слой 5. Но по X у нас нет движения. По Y со слоем 5. И также вращение привязываем. Вращение со слоем 5. Так, что там у нас забыто? Вот так. А, нет. Надо было по Y оставить смещение, которое мы задали. Минус 2,4,9, да. Смещение остается, и потом привязка делается по движению маски. Вот таким образом. Осталось только поставить маску. Вот. Спешу. И мы получили нашу фотографию в воздушном шарике. Все, больше я повторять не буду здесь. Для остальных слишком и так уже затянулось. Наша короткая. Сделать это несложно по первому примеру. И в итоге мы получим наш слайд вот в таком виде. Ну, что я еще хотел сказать по поводу создание дубликатов для взаимосвязанных слоев по модификатору зависимости. В теме уроки синхронное движение слоев BIF50 говорил о том, что желательно размещать слои над ведомым, ведущие, нет, ведомые и ведущие. Ведущий слой
размещать ниже ведомых, если мы планируем создавать дубликаты. Все это верно, потому что слетают настройки в зависимости от слоев, которые мы установили, скажем, каким-то модификатором. В уроке по отражению, там я этот момент упустил, когда мы делали дубликат для отражения, слоя с отражением, чтобы поставить на его место маску, мы сделали дубликат под ведущим слоем. В результате у нас у дубликата слетели настройки. Вот здесь мы сделали дубликат. И теперь, если мы посмотрим на настройки зависимости по модификатору, они у нас стоят неверно. То есть показывает сам на себя, в зависимости от самого себя. Чтобы этого избежать, надо перед тем, как делать дубликат, поднять его над ведущим слоем. Поднять над ведущим слоем, сделать дубликат и потом просто опустить оба слайда вниз. Теперь у нас зависимость от первого слоя будет как в этом слое, так и в его дубликате. То есть зависимость сохраняется. Также от первого слоя стоит. И нам потом вручную не надо делать снова привязку по каким-то параметрам, где мы делали к основному слою в том, где повторяли дубликат. Почему вниз? В принципе, неудобство то, что сбиваются настройки, когда внизу делается. Но вот таким способом можно этого избежать. Поднимается слой сначала над ведущим, делается дубликат, потом опускаются они вниз. Если мы над ведущим оставим слои, то во многих случаях, когда используются вращения, наклоны, у нас косяки появляются. Поэтому я предпочитаю всегда слои, которые зависимы от какого-либо другого слоя по каким-то параметрам, с помощью по модификаторам, всегда устанавливать под ведущим слоем, то есть под слоем, от которого они зависят. Если мы сейчас поставим сюда маску, назначим ее маской. Вот она у нас без всяких дополнительных каких-то действий. Работает. Так, момент. Окей. Она у нас работает. Как и положено. Теперь посмотрим, что произойдет, если мы поставим эту группу над ведущим слоем. Сместим вниз. Мы видим, что начинаются разъезды. То есть двигается с запаздыванием. Отражение двигается с запаздыванием. Поэтому по этой причине я рекомендую все же ставить слои, которые зависят от других по модификаторам, под ведущим слоем. И в этом случае получается другая картина. Ну, здесь я не знаю, тут меняется ли что. Не всегда это бывает, но тем не менее. А, это то же самое. Пардон. Надо перейти. Вот здесь я хотел посмотреть. Скажем так.
скажем, вот эти слои, они зависят от месяца. Если мы их поднимем над месяцем, что у нас получится? Ну, я не вижу здесь особых каких-то косяков. А иногда бывает просто невозможно по построению поставить над ведущим зависимые слои. Но это так, небольшое отступление, чтобы вы были в курсе, что может случаться, если, допустим, меняются какие-то расположения слоев, когда используется модификатор по какой-то зависимости. На этом наш не очень коротенький урок мы заканчиваем. Желаю вам всем хорошего дня, всего доброго.